Безопасность городского дорожного движения. Такой проект стартовал в Одессе при поддержке Всемирного банка и международных экспертов. Будут использовать европейскую практику, работать вместе с полицией, а для исполнительных групп разработают обучающие семинары, обещают заняться инфраструктурой. В рамках этого проекта мы самым главным акцентом будем делать безопасность людей, велосипедистов, удобство общественного транспорта. Но один, например, из наших проектов – это мы будем продолжать ставить освещаемые пешеходные переходы, мы будем делать островки безопасности и так далее, и так далее. Руководитель проекта Мартин Горселинг предложил убрать парковки из центра города и внимательно следить за соблюдением правил дорожного движения. Проблема заключается в том, что каждый водитель считает себя королем на дорогах. Мы вчера катались в городе и заметили, что даже в черте города водитель может ехать 90, что крайне недопустимо, но требуются годы, чтобы это побороть. Отмечу, проект продлится до 2024 года.